песня эта была очень популярна в первые послевоенные годы, потому что была очень для той поры жизненна. И что пел ее не один пел. Если, конечно, еще... Мы не сможем испечь пирожки вместо вашей бабушки. МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности печного отопления в домах своих пожилых родственников. Почистите дымоход. Закрепите негорючий предтопочный лист. Заделайте трещины.